Так вот, доброе утро, страна. Бабушка уже всех подняла, всех разбудила, сказала быстро всем собираться. Конечно, слушать можно. Уже даже собрала нам, по-моему, все вещи. А, вон на фоне уже собрала, да? Он уже место занялся, он в багажнике. А, ты тут будешь сидеть? Да. Какой ты смешной, сынок. Ага. Народ класс. Так и подумает, вся страна подумает. Что ты там будешь сидеть? Да. Что скажут? Подписчики. Бабушка, да он, наверное, свой YouTube-канал надо заводить. Конечно. Ку-ку! Гриша уже тоже сел. Сейчас у нас новая мода рисовать кристаллы, бриллианты маме, да? Мне нравится. Угу, мне тоже. Я бриллианты. Где бриллианты? Вон бриллианты. Давай зарядку. Давай. Давай вместе. Ручки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Это потому что мама держит одной рукой камеру, а Фоня делает зарядку одной. Пельмени же вытягивали. Положить уже камеру? Ага. Что тут такие тучи сегодня вообще? А, что? Мама. А. Ворота закрыть? Да дедушка еще хотел куда-то ехать, я ж не знаю. Мама. Мам. Мам. Мама. Мам. 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 Мама. Мам. Мам. Мама. Так, сейчас мама обуется и свои шлепки. А, Фоня хочет покакать. Ну, иди садись, быстро какать. Мы выехали домой, 9:23. Едем домой! Такими прическами мы хотели еще в парк пойти, но я забыла фен, поэтому как бы парк отменился немного. Ну ничего, мы еще пойдем, я думаю. Еще целых поллета впереди. Едем, это мы сейчас в Каневской подъезжаем, тут такой дождь, ну почти на всей дороге, да, был дождь? Со стародеревянкой. Да, со стародеревянковской, вот как, нет, да, с новой деревни, с новой деревни. Даже в Ясенке, по-моему, уже был дождь. Там вот видно, что идет, да, прямо такое. Молния. Молния, да, везде, короче. Лето закончилось! Да, тут еще сильнее начался дождь. Прям перед самой Каневской. Вот. Мы сейчас 40 едем, вообще ничего не видно, да? Алло, мы уже в Мышастовке, вот сейчас сколько, 12:49. Мы здесь с собой даже... А что такое? Соня, Ваня, что это сразу мой чемодан самый легкий? Сразу мой. Мы уже дома, я тут все поубирала, перемыла, и у нас... Тучи нашли, даже дождь начал капать. Я сейчас буду варить лапшу. Обрезала уже курочку, бабушка Галя нам тут дала. Пока мы доехали, она как раз разморозилась. Вот сейчас вот первый бульон закипит, я его солью. Мама собрала огурцов перед дождем, начну закатывать уже. Вот эти вот большие на еду оставлю, а вот такие вот уже начну, там баночку или две закатаю. И вот баклажанчики дедушка Леша нам дал, это еще два. Тоже надо будет пожарить, что-нибудь готовить, в общем, из баклажанов. У нас приехала клининговая компания. Будет сейчас заменять нам постельное белье. Короче, родня пошила постельное белье для нас. Вот такие вот. Да, это еще мой подарок на день рождения, да? Да, Каля? Не от вас. Подарок все как положено. Да. А самый-то прикол-то в чем? Просто не на резинке, то самый прикол, да, родня? Куда пойдем? Домой. Домой? Да. Нет. Ну что,
Колян в шоке. Вот упали. Да. Афонечка, не кричи. Ты выйди на улицу, там покричи, слышишь? А, подожди, я, наверное, ее неправильно одела. Бабочки, что надо развернуть, они что, у тебя... А, она будет ко мне лететь? Да. Вот такая вот красота получилась. Мне нравится. Ну, в принципе, за ту цену, за которую мы купили ткань, очень даже неплохая. Кого забирать? Да? Зою? Пошлите. Где дедушкины шлепки? Одела, потому что свои, наверное, еще с машины не достала. Бежит Зоя Степановна, давай беги скорей. Ну и погода сегодня. Я только что зашла в дом, и тут слышу, что-то шумит, а это дождь. По-моему, он опять заканчивается, просто тучка набежала. В общем, лето. Все, я еду за Григорием, он уже на карате. Вернее, уже сейчас карате закончится, блин, 19:22. Надеюсь, что все нормально, я сейчас успею. Что за голодный мальчик с улицы пришел? Это ты? Что, проголодался? Что, в футболе тебя там не кормили? Да? Тебе компот наливать, Афонь? Нет? Она сегодня день рождения, привез нам вот такой вот киевский торт. В Машастовке его делают. Короче, Гриша заценил, сказал, очень вкусно, особенно потому что здесь и вареная сгущенка, и вот здесь вот прослойка вот этого безе с орешками. Короче, Гриша прям в восторге.